Дорогие друзья, поаплодируйте сегодня здесь нашему Ладошону! Здравствуйте! Аплодисменты! Громкие овации! Браво! Ну, мы, конечно же, на полные катачки поднимаем вверх, дорогие друзья! Вы же ваши бокалы, звон бокалов должен быть здесь и сейчас, дорогие друзья! Поднимайте, наполняйте мужчины, ухаживайте сегодня за прекрасными, великолепными, дорогие друзья, сегодня каждому предстоит возможность обнять, поцеловать, поздравить нашу малолетку. И, конечно же, дорогие друзья, сделать самое шикарное селфи или фото. Не забывайте, сегодня поздравляйте, обнимайте, целуйте всех замечательным семейным днем. Выше ваши бокальчики, дорогие друзья. Жопни! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Ну и все вместе! 3, 4! Сегодня 6 гостевых столиков, обязательно 7 даже гостевых, обязательно за соседние столики к вам кто-нибудь сегодня присоединится. Конечно же, гости готовы поздравить. Дорогие мои, ухаживайте, наполняйте бокальчики, не стесняйтесь, дорогие друзья. Ну, я предлагаю немножко познакомиться, дорогие мои. И, конечно же, давайте сегодня и сейчас поаплодируем нашим родителям. Есть они сегодня? Представьте, родители, мамы, папы, аплодисменты нашим родителям. У нас есть сегодня старшее поколение, наша бабушка. Поаплодируйте ей тоже. Бабушка. Просто великолепно. И, конечно же, наши братья, сестры, присутствуют у нас такие. Отлично. Ребят, если вы обратили внимание, у нас есть жующие свидетели. Туфельку украли, невесту украли, не налили, не жахнули. Все вопросы к свидетелю сегодня. Все просто, да? Свидетельница так рядышком, хвостик, как говорится, да? Украшение свидетеля, дорогие мои. Давайте поаплодируем друзьям. Есть у нас сегодня друзья! Есть кто знает ту великолепную историю? Да, наша свидетельница 100% знает. Свидетель, давайте со свидетельницы начнем романтичную историю. Как дама больше знает крашу и руку свидетелю. Итак, дорогой свидетель, расскажи, как встретились, я вообще среди положено есть, как встретились, как влюбились, как познакомились с нашим молодым. Внимание! Я даже и не помню, как они познакомились. Где было то событие? Давай, рассказывай. В Сестерде. Ну, это был город Сестерде, это я точно могу. А про остальное даже я не помню. Я помню, что тоже было это. Хорошо, а где место встречи? Город Сестерде. Конкретно где? На какой улице хотя бы? Место. Комсомольскую. Бурлекс, это караоке-бар, дорогие друзья. А кто первый увидел? Кто первый заметил? Юля, наверное, увидела. Опа. Да? Вы считаете все-таки? Да, скорее, да. Так.
А со стороны жениха, как считает, кто первый увидел, кто первый заметил? Саня все-таки, да? Конечно, первый увидел за парочкой там великолепный коктейльчик, и как раз-таки вот так заинтриговала великолепная дама. И вот сейчас мы играем на вот такой шикарной свадьбе, дорогие друзья. Поаплодируйте нашим свидетелям. Они справились просто на 5 с плюсом. 5 с плюсом, ребятки. Пока у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 столиков, дорогие друзья. Давайте найдем командира нашего застолья. Кто сегодня будет командовать, рулить нашим столиком? Посмотрите на... Ваш столик не играет. Ну ладно, ладно. 7-й столик будет ваш. Ребят, кто сегодня будет командиром вашего столика? Кто будет командовать, рулить нашим парадом? Посовещайтесь. Вот тут вообще все сложно, я смотрю, да? Но я думаю, что обязательно, обязательно все будет, дорогие мои. Кто сегодня командир вашего стола? Родители. Кто? Отлично. Можно еще раз, как вас зовут? Анатолий, поаплодируйте. Рулит столиком, и как только он решит, что надо жахнуть, он говорит: жахну, и вы жахнете, окей? Ну что, ребятки, кто у вас сегодня? Анатолий! Где у нас сегодня Анатолий? Михаил, в кавычках Анатолий. Ладно. А где Анатолий-то? Анатолий! Ну, все-таки Михаил. Аплодисменты Мише, Михаилу, дорогие друзья. Друзья, тут вообще тоже не так все просто. Кто сегодня командует, шествует вашей командой? Можно было командовать всеми столиками? Обязательно. Вы решили все-таки, кто у вас командир? Пока, да. Пока можно. Конечно же, ее! Поаплодируйте, тут просто... Можно представить, а как вас звать и величать? Андрей! Привет, Андрей! Но сегодня Андрей командир нашего столика, ребят. Кто? Кто? Конечно, я. Это кто? Как вас зовут? Денис! Конечно, я Денис. Денис шепнул сегодня, что он холостой, ребят, девчонки. С первого столика. Вот. Да? Ну что, не аплодируйте, Дениски, да? Дениски, давайте поаплодируйте. Вот видите? А девчонки-то не холостые, по-моему, да? Ага. За первый столик. Ну что, девчонки, кто сегодня у вас командир вашего столика? Кто будет рулить, командовать? Просто... Как звать вас, величать? Александр! Александр, ребятки! Александр сегодня командир нашего столика. Поаплодируйте ему! Браво! Браво, дорогие мои! Ну, я предлагаю, что мы немножко познакомились, поднять бокальчики вверх. Я думаю, что Анатолий говорит: жахни. Не уверен, Анатолий, но... Жахнем! Жахнем, Анатолий кричит, ребятки. Поднимаем бокальчики, Александр. Выше ваши бокалы за наших молодых. Ура! 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 Небо на ладони, только сердце мое. Небо на ладони, между гвозди дыря. И луну, и звезды, как она взлетели. Разве было просто жить в огромной мире? Небо на ладони. Oh.
Я
браво, браво, дорогие друзья. Дорогие наши командиры, я думаю, что вы с легкостью свою команду представите в танце, да? Конечно. Александр еще не выпил ни одного глотка спиртного. Привстань, дорогой мой, ну привстань. Поаплодируйте первого Александру. Все не будет. Вы будете показывать движение, а девчонки будут за вами повторять. Все просто. Все элементарно. Ну что, первый столик готовый. Аплодируйте им на полную. О, вы хотите прям звездный час, хотите прям на сцену сразу. Здесь и сейчас команда. Ваша команда первого столика. Ну что, давайте, вы хотите, а? Ну, что ж вы, а? Посмотрим, чья сегодня возьмет. Что будем танцевать? Чего-нибудь. Чего-нибудь. Главное, чего-нибудь. Ну, давайте, Джина, поставь чего-нибудь. Ого, Макарена у вас простая, а? Либо мама больше всех, мама лучше всех, а то. Ну что, пристаньте, потому что именно дорогой командир показывает движение, а ваша команда зажигает на полную катушку. Сам сказал, так и запомнила. У меня память хорошая. Ну что, Зухра зажигает! Выпей, давай! Выпей по сумочку! Музыка будет обязательно для тебя сегодня! Ну что, 3-4, погнали! Смотрите,
Ага. Есть у нас незамужние сегодня красотки, а? Смотрите, они уже к вам переходят машинально. Итак, делимся. Я думаю, мы договоримся. Да, конечно. Со мной вообще не договоришься, а? Мы договоримся. Давай, давай. Он на 7-10 баллов максимально. 5 поставлю, Денис, без проблем вообще. Ну что, 3-4, давай, зажигай! Без наших родителей. Мы приглашаем вас в центр нашего внимания, чтобы вы, именно вы, поздравили. Живи. Борька! 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 Дорогие друзья, я предлагаю поднять бокалы за родителей стоя. Выше ваши бокалы за наших родителей, за мастеров нашего дела, за то, что здесь сегодня пришли поздравить первые слова, напутственные слова, пожелания за молодых. Ура! Ура! Thank you.
Ну что, громче, громче, громче! Давай! Ну что,
еще блеском припутали, что прям вот реально было, а? Давай, давай, надо, 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 надо. Ну что, красавчик! Ну что, девчонечки, вот, к великому сожалению, одна девушка присаживается, присаживается. Можете после поспорить, Дима? Ну кто-то присаживается. Итак, одна. Все. Двое остаются красоток. Оставайся, красотка. Нет, ты остаешься. Оставайся. Итак, следующий факт от реальных мужиков. Что могут сделать мужики, но не могут сделать девчонки? Не мужики ли они с красной помадой? А? И? Давай. Да что вы не придумали? Все 15 секунд уже совещались. И либо отдаю фан девчонкам. Даю 5 секунд. Раз, два. В туалет нельзя сходить. Три. Сегодня здесь дети. Показать, обязательно показать. А у вас машина на улице есть здесь? Сейчас я покажу. Ага. Ну что? Стриптиз! 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 Только пацаны смогут показать стриптиз девчонкам, а это не красиво! Дениска, командир команды Мазии! Сегодня и сейчас! Оставайтесь! Мы не стриптиз заказывали, но Дениска готов исправить эту ситуацию! Yeah.
Або ні з кадром на 500 баксів. Если с мамашкой, будет не сразу 500 баксов на стол. Базара нет. Ну что? Итак, внимание, настоящий свидетель. Готов пройти на кого, как белее бедрами. Не готов? Давай, готов. Давай, это нас ждут. Ну что, погнали! Ты ушел уже, что ботинки напялил, а? Давай, уходи. Итак, следующий фанат пацанов. Лампочку поменять. Я думаю, что наш ресторан больше вас не пустит. Во всей ее одежде лампочку. Хорошо, что не без одежды сегодня. Ну что, есть еще варианты, ребят, но нереально поменять вам что-нибудь интересненькое, да, творческое. Да, нормально должен. Отжиматься. 5 секунд. Отжиматься. Приготовить борщ. Как ты будешь сейчас готовить борщ? Ну что, дай 5 секунд. Раз, два, или вы проигрываете. Отжиматься. Ты вообще конечно, давай. Отжаться 20 раз, хорошо, давай показывай, как это делаешь, красавчик. 20 раз отжаться, погнали. Давай, показывай. Ну что, красавчик. Красавчик, красавчик. Друзья мои, не было сказано отжаться от пола. Можешь от стеночки отжаться спокойненько, не напрягаться. Давай, красотка! Ну что, уже двадцаточка, двадцаточка есть. К сожалению, 1-1. 1-1. Два мужчины присаживаются. У нас остаются два свидетеля, которые все-таки должны побороть, кто сегодня выиграет. Ну что, последний фланг девчонок. Совещаемся, друг, можете с невестой, с женихом, можете с девчонками. Ну что, готовы? Нет? Посовещайтесь. Иисус! Ну что? Иисус!
рассчитываем. Ну что, дорогие друзья, свидетельница готова поцеловать мужчину в губу, показать, как это делается. Давай. Ну, давай, красавка. Вот так вот это делается. Сам себе не низку должен, значит, и поцеловать другой, дорогой мой дружок. К сожалению, тогда ты проигрываешь. Присаживайся. Глаза закройте, камеры отключите. Стой, он сейчас крепись на щедро. Не ждите нас 2 часа. Ну что, а сегодня, девчонки, побеждаем! Все, не верю вам, ребята, спасибо нашим свидетелям. Свои 1000 рублей минимум нам нужно собрать, чтобы все-таки невесту нам отдали, друзья мои. Денежные купюры должны быть настоящие банкноты. Ну что, 5000 рублей. Ерунда, чувак, друзья мои, ерунда. Сумма-то смешная. Туда подойдем. 5000 рублей настоящими денежными средствами. 5000 рублей. Давайте. Он здесь он у нас собирает. 1000 у нас уже есть. Ребяточки, 1000 рублей у нас есть. 5000 рублей. 3000. 3500. 3500. Ну что, осталось 1500 собрать и невесту нам вернуть. Ребят, ерунда вопрос на самом деле, правда? Только настоящий банкнот. Настоящий денежный средство. Конечно. Нет, настоящий. У нас есть кто нам проверяет их. Нет, не настоящий. Миша решил договориться с спиртным. Ну что, ребят, никак не уступает. Только 5000 рублей и все. 3500, я смотрю, уже не вопрос. Да. Не договоришь неудачно, давай. Касса договорился. Давай, давай. Саня, давай. 1000 рублей, цена вопроса. 1000 и все, ребяточки, невесту. Саня, давай твою невесту. Долг у меня нет, к сожалению, ребят. Долг нет вообще никак. 1000 рублей и невесту. Возвращайте невесту, ребяточки. Ну, все, празднуем дальше. Нет, 1000 не надо. Да вот настоящий понюхай. Давай, есть. Есть, ребяточки. Вот она, 1000 заветная. Возвращайтесь, все. Банк. Саня, мы парень. Саня, иди сюда. Thank you.
дайте аплодисменты невесту! Thank you.
гостей, друга! Ну что, главный столик, подскажите, пожалуйста, кто среди вас? Ты, друга. Русский народ меня обсует! Заводной! Так вот и нашу! Ну что, поехали, свидетель за свидетельницей отжигают! Русские народы! Заводной! Ну давай, Дениса, помогай! Ну что, раз ты участвовал? Смешная цена, кто ее сегодня к себе заберет,
бутылочку, дорогие мои, 250. Беру только настоящими купюрами. Все это 300. Кто? 300 рублей. Хорошо. Ваш столик. 300 рублей. Раз. 300 рублей. Два. Михаил. 400. 400 рублей, дорогие друзья. 400 рублей. Раз. 400 рублей. Карты не берем, к сожалению. 400 рублей. Раз. 400 рублей. Почка! Почку принимаем! К сожалению, нет. Михаил был последний. 400 рублей, ребяточки. 400 рублей. 500! Бабушка, супербабушка. 500 рублей, супербабушка. Раз. 500 рублей. Два. 500 рублей. 600. Михаил не отдает супербабушке. 600. 600 рублей. Раз. 600 рублей. Два. Сотка! 700! О, 700! 700! 700 рублей, ребяточки! 700! 1000! Вот это супер, бабушка! 1000 раз! 1002! 1000! 1100! Да ладно! Есть 1100? Нету! 1200! 1200 раз! 1202! 1200! 2000 рублей! Вот там ваше можно, а? Затягивай, друзья! Друзья мои, затягивай, скажу я вам! 2000 рублей! Раз! 2000! Два! 2000! 2,5 есть шансы! 2000! Отдаю! Отдаю! 2000 рублей! Аплодисменты! Можно сначала фото! Свидетель! Возьмёте все фото! Братан! Нужно фото, пожалуйста! Все это фото молодых! Фото передачи денег! Ну что, можно фото? Ну, как раз таки, дорогие мои, бутылочку вот этого шампанского получил. Аплодисменты. Позвольте спросить, как вас зовут, той обладательницы? Катюша, Екатерина, поаплодируйте! Тёшка! Катюша получила бутылочку свадебного шампанского. Ну, есть еще шанс, дорогие друзья, получать. Как душой своею, за что все есть у нас, родители родные, горим мы вас. За самый близкий и родный, один это то за них. Долго с нами, и горе, что не знали, за вас, родители, родные. За вас, близкие и родные, поднимем это достань, чтоб жили долго с нами, и горе, что не знали, за вас, родители мои. Родительское сердце, любовью всех семей, нашу радость любой, сердце принимайте вы. Спасибо, дорогие, любимые мои, за самый. Погибнем это просто не. Жили долго с нами, и горе, чтоб не знали, за нас родители мои. За самых близких и родных, разумных, а где за них. Чтоб жили долго с нами, и горе, чтоб не знали, за нас родители мои.
долго с нами, и горе, чтоб не знали, за вас, родители мои. Соседи долго с нами, и горе, чтоб не знали, за вас, родители мои. Я молодец!